Всем добро пожаловать к нам в райскую усадьбу. Сегодня мы будем производить монтаж павильона 6х8. Как вы видите, мы уже машину разгрузили. Не без помощи, конечно, хозяев. Большое им спасибо за это. На данном этапе мы будем собирать торцы и обшивать поликарбонатом. Так что сначала подготовим два торца и потом будем собирать каркас. Тут у нас происходит раскройка поликарбоната. Это вот мы уже разметили под торец. Будем вырезать, чистить и крепить его. Вторая часть монтажа. Как я рассказывал, мы обшили поликарбонатом торец. Один и второй. Сейчас на данном этапе собираем каркас. Соединяем торцы с арками. Этот торец у нас соединили уже с тремя арками. Также у нас другой торец соединен только с двумя арками. И вот этот пролет потихоньку будем скручивать. Каркас изготовлен из профильной трубы 40х40. Это по наружке у арок. Наполнение и внутреннее из трубы 20х40. Торцы точно так же. По наружной части у нас труба 40х40, наполнение 20х40. Исключением сделали стойки из трубы 40х40. Поликарбонат толщиной 10 мм. Что поликарбонат, что каркас, цветом бирюза. Будет приятный оттенок, когда обошьется это все. Третья часть монтажа у нас. Стены закончили. Прокрутили. Также проклеили понизу перфолентой. Одели профиль. Сверху также профиль, только без перфоленты. Накрутили отливы по периметру. Начали подготавливать двери. И сейчас будем делать крышу. Накручивать базу, кидать листы, прокручивать и защелкивать крышкой. Добро пожаловать на канал «Райская усадьба». Сегодня мы производили монтаж теплицы павильон 6 метров шириной, 8 длиной. Поликарбонат использовался 10-миллиметровый, цвет бирюза. По торцам прикрутили декоративные уголки. Также отливы, чтобы доска не намокала и вода внутрь не набегала. Крепился он с помощью вот таких вот шайб с саморезом. Также база, крышка. Вот такая вот. Все в цвет. В торце, как вы видите, двери двухстворчатые. Можно одну закрыть. Ручкой вот так вот закрепить. И будет одна только половинка. В солнечную погоду тут приятный вот такой оттенок. Я бы даже сказал, не оттенок, а освещение. Так, каркас изготовлен с профильной трубы. Наружная часть из трубы 40х40. Что на торцах, что на арках. Наполнение из трубы 20х40. Арки изготовлены фермерского типа. Что наполнение, что внутреннее, также 20х40, наружнее 40х40. Парагоны у нас только из трубы 20х20. Также был дополнительный ряд прикручен прогонов, нижний, верхний.
и как его назвать, и весь этот каркас крепился с помощью вот таких вот саморезов с шайбами. Успели мы до дождика все это дело закончить. Ну и сейчас благополучно поедем домой. Ну, на этом все. Подписывайтесь, смотрите новые выпуски.